Здравствуйте всем. Меня зовут Элеонора Бартенева. Я с Узбекистана, но в данный момент я живу и работаю в Южной Корее уже как 7 лет. Пришла я в коралловый клуб по Фейсбуку. Меня нашла мой куратор. И я, конечно, ей очень благодарна за это, потому что это знак свыше. Попасть в эту компанию в нужный час и в нужный момент. Коротко о себе хочу рассказать. Я больше 15 лет уже страдаю лишним весом. И столько было различных диет, даже пила китайские таблетки, вот не поверите. Конечно, результаты были, но ненадолго, там буквально 10-15 килограмм скидывала, и опять тут же их набирала. Потому что было неправильное питание, все вот эти фастфуды, ну и вес стремительно рос. И, конечно, до 21 года он достиг у меня максимума, потому что при таком весе я никогда не была 108 килограмм. Вы представляете, это как тяжело в 32 года весить так, и получается... Давление, я страдала гипертонией, постоянно головные боли, постоянно стрессы, и даже очень сильно стали болеть ноги. Вот утром просыпаешься и даже не можешь ходить. Вот были настолько такие, ну, боли в ногах. Я чувствовала себя какой-то бабкой в 32 года. Думаю, нет, надо что-то делать с собой. Стала самостоятельно худеть. Похудела я на 10 килограмм, чуть больше 10 килограмм, 10-500, по-моему. И все, вес остановился. Получилось, какое-то вот плато образовалось. Ну, мы все понимаем, конечно, после 30 лет у нас, конечно, уже метаболизм не тот, обмен веществ замедляется. И тут как раз вот в этот момент, в апреле месяце, нашла мой куратор меня, и я... прошла 3 шага по здоровью. Очень рада своим результатам, потому что я прошла сначала детокс, потом коловаду обычную и медово-лимонную коловаду. И вот хотела сказать вам за то, что вот медово-лимонная коловада – это просто супер, она даже не сравнится ни с чем. Последующие разы я буду проходить только медово-лимонную коловаду, потому что результат бомбический. У меня вкусовые рецепторы поменялись даже. Если я раньше любила горькое, я сейчас вообще не могу его кушать. Из рациона вообще убрала горечь. Недавно, буквально вот 2 дня тому назад, я попробовала кока-колу, и она просто вот бяка. Для меня она оказалась бякой. Как раньше мы это все пили, да, и сейчас же продолжаем давать это своим детям. Ну, конечно, уже я уже все категорически говорю, колы больше в нашем доме не будет, потому что это ужасная вещь. Ну, меня чуть не вырвало, вот честно. И, конечно же, я всем хочу посоветовать именно коралловый клуб. Заходите сюда, оздоровляйтесь. Омоложайтесь. Всего доброго. Хотела вот это вот сказать, чуть волнуюсь. Спасибо, Элеонора. Это очень хорошие результаты. Мы теперь знаем, что коловада лимонная намного лучше, и кому это да, интересно. 7,5 килограмм. Минус 7,5 килограмм. За 3 месяца. 2 недели. Нет, за 3 месяца это все вместе, и просто коловада, и медово-лимонная коловада, ну, сначала детокс, потом коловада простая и медово-лимонная коловада. Конечно, самый максимальный этот идет результат от медово-лимонной коловады, я вообще от нее супер в восторге, вот вы даже не представляете мои вот эмоции. Хорошо, мы попробуем.